В Алматы состоялся предпоказ международного фильма «Больше, чем любовь». Это романтическая комедия совместного производства Казахстана и Грузии. Она рассказывает о невероятных приключениях грузин в Казахстане, которые прилетели в Алматы, чтобы выполнить обещания, данные когда-то их предками. С какими трудностями столкнулись герои фильма и удастся ли им достичь своей цели, расскажет Наргиза Такижанова. Сюжет фильма повествует о двух товарищах, чья дружба прерывается на поле Великой Отечественной войны. Двое разведчиков, грузин Вано и казах Бахыджан, попадают под авианалет. Ценой собственной жизни Бахыджан спасает сослуживца, и у постели умирающего друга Вано клянется, что их дети породнятся. Однако выполнить свое обещание он так и не сможет. И теперь клятву дедов придется выполнять внукам. По словам грузинского режиссера, главной целью стало создание фильма, который напомнит о настоящем дружбе и тем самым сможет согреть сердца людей. Изюминка фильма в том, что это первые люди совместные грузинско-казахский фильм. Знаете, вот возможно, чтобы было бы больше, чем любовь что-нибудь. Оказывается, можно. Это любовь, но где-то в очень большом количестве и качестве. Вот это мы хотели передать, и мы передали. С песнями, с эмоциями, с актерами, с сценарием. Режиссером картины с казахстанской стороны выступил Женис Туматаев. По его словам, съемки фильма проходили во время пандемии и в очень сложных условиях. Им периодически приходилось сталкиваться с трудностями, съемочной команде необходимо было подстраиваться под ситуацию, а актерам импровизировать. Начали снимать, начали планировать и заехали в Тбилиси в самый пик пандемии. Страна закрылась. Каждые 3 дня ПЦР-тесты. Не работают рестораны, не работают кафе. Было очень сложно. Но отработали. Военные сцены из фильма и грузинская часть истории были запечатлены в окрестностях Тбилиси. Далее съемочная группа переместилась в Алматы, где локациями для съемок стали такие знаковые места, как гостиница «Алмата», каток «Мидео», цирк и другие. Отметим, что роли в картине исполнили известные актеры. Это Фархат Абдраимов, Тулепберген Байсакалов, Данагуль Тимирсултанова и другие. А среди грузинских актеров приняли участие Натия Цицилашвили, Илья Чхаидзе, Зураб Кипшидзе, а также патриарх грузинского кинематографа Вахтанг Кикабидзе. Было здорово работать за границей, ведь у них совсем другой уровень. И подход, и метод работы также отличаются. А если говорить об актерском составе, то это были сильные и очень опытные актеры. Фильм наполнен ярким колоритом, эмоциями. Он получился по-настоящему живым. И как в советских фильмах «Мимино» и «Не горюй», картина отражает главную задумку. Это любовь и дружба, которая может объединять народы. Премьера фильма состоится 9 марта во всех кинотеатрах страны. Наргиза Такижанова, Султан Бисекенов, Хабар 24, Алматы.